Бог хочет, чтобы Бог скоро услышал молитву его, тот, когда восстанет для совершенной ее и прострет руки горе, прежде всякой другой молитвы, даже прежде молитвы о душе своей, да принесет молитву о врагах своих, и ради этого Бог услышит всякую молитву его. Смотри, чтобы не оставить дело Божие ради лицеприятия человеку. Мысль твоя да пребывает постоянно в Царстве Небесном, и всякое наследуешь его, кто крепче льва, но и он из-за чрева своего попадает в сеть. Тогда вся сила его не служит ни к чему. Содержи в себе памятование о исходе души из тела и научись смиренномудрию. Совершенство достояется тем, когда не осуждаем никого, ни же в чем малейшем, а осуждаем только себя. И когда претерпеваем досаждение, оскорбление, человек чем ближе приближается к Богу, тем более видит себя грешным. Какая бы ни постигла тебя скорбь, не обвиняй в ней никого, кроме себя, и говори: «Это случилось со мной за грехи мои». Три главные делания необходимы: бояться Бога, молиться и делать добро ближним, возбранить мыслям, чтобы они не приходили, мы не можем, но противиться им – наше дело. Вера состоит в том, чтобы жить во смирении и творить милость, управляя все усилия, чтобы никому не делать зла, иметь чистое сердце ко всем людям. Возлюбленные во Христе, православные чада, Господь наш Иисус Христос передал нам через святых апостолов сию заповедь о молитве. Видите, бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Молитва есть великое оружие, великая защита, сокровище, пристань и безопасное убежище для нас. Чем объясняется такое значение молитвы? Тем, что она приближает нас к милосердному Богу, к источнику жизни и бессмертия, и привлекает на нас Его благодать и помощь. А это есть для нас в жизни самое главное. Святой Иоанн Златоуст говорит: жизнь – это война, ежедневные дела – это сражение, волнение и буря. Посему нам нужно оружие и помощь, а молитва есть великое оружие и помощь. Подлинно нет ничего сильнее пламенной и искренней молитвы. Она облегчает человеку его земную жизнь, избавляет и от будущих мучений. Посему, чтобы нам легко привести настоящую жизнь и туда отойти с дерзновением, будем непрестанно совершать молитву с великим усердием и ревностью. Имея в виду такое огромное значение молитвы, и святый апостол Павел поучает нас: непрестанно молитесь, а всем благодарите, сияво есть воля Божия о Христе Иисусе в вас. А святый пророк Давид выражает так свою молитвенную жизнь: «Седмирицею днем фалихтя, полунощи в остах, исповемся имени Твоему. Коль сладка гортани моему, словеса Твоя, Господи, паче мед устам моим». Молитва не есть только призвание о помощи, а есть прежде всего прославление Господа за Его божественное совершенство, затем благодарение за Его благодеяние и, наконец, прошение о помощи на дела добрые и благочестивые. В молитвах своих мы также призываем Матерь Божию, Пречистую и Преблагословенную Богородицу и Преснодеву Марию, святых ангелов и всех святых, которые близки к Богу и ходатайствуют нас пред Ним. С детской доверчивостью, с дерзновением веры, простоте сердца будем беседовать с Господом, молитвенно с вами, пребывающим всегда Деосефа.